привет. Аленушка там у нас отдыхает. Варвара в комнате. Никуся, иди тебя покажу. Моя девочка бежит. Вот она красоточка. Скажу всем привет, ребята. Я такая вот красивая к вам пришла. Оттяни зёбку. Собираемся попить чаёчек. Не знаю, Варюшку надо чем-то покормить. Мы у бабули поели. У мамули нашей любименькой. Иди сюда. Кушать особо-то еще и не хочется. Вот я чаек хочу попить. Чаек хочу попить. Вчера купила конфеты. Люблю конфеты. Знаете, такие чернослив в шоколаде, финики в шоколаде. И я была уверена... Ой, что-то не фокусируешься. Что это финики, прям цельный финик и просто в шоколаде. Но каково было мое огорчение, что там он просто перекрученный. Я такие не очень люблю. Кремлина. Короче, надо запомнить и больше такие не покупать. Я люблю, чтобы цельный был чернослив, значит, он целиком там. Финик тоже как когда целиком, мне такие больше нравятся. А, и, кстати, у меня уже трагедия, представляете? Уже ноготь один, он тут отходит, уголочек. Очень быстро. У меня слабенькие мои ногти, на них ничего не держится обычно. Ну и вот, соответственно, это так и случилось. Сколько я прохожу, вообще непонятно. Вот с этим сапкоцином теперь. Он там прям, вы видите, как отошел. Там прям хорошо, видать, уголочек. Сейчас закипит чаечек. Хочу хоть невкусную конфетку съем. И попью чаек. Вот она. Я такая красивая, как всегда, сделала прическу себе. До этого не стала себя показывать. У меня была такая маска черная. Ну, мне кажется, она нифига не работает. В общем, не знаю, хотела написать маникюрше своей. Я не знаю, сколько дней прошло. Ален, ты не помнишь, какого числа я делала ногти? Мне кажется, я в пятницу делала их. Или в четверг. А сегодня только понедельник, и у меня отошли уголки на двух ногтях точно. Короче, я не знаю, напишу ей, что она скажет. Что она скажет на это? Вот, сейчас сяду, сделаю быстренько отчет, и потом буду заниматься монтажом, как всегда. У меня мамулино видео для монтажа. О! Картошечки пожарила себе опять, салат вот такой намутила. Детям тоже салат, но у них салат в основном состоит из салата и огурцов. Ничего такого больше в нем нету, так что будет у них такой. У меня тоже салат, авокадо, помидор, огурчик, лук. Вот они бы еще все это ели, можно было такой мясо. И супер вкусная заправка. Ой, что там у нас? Масло растительное, горчица с зернышками, которая соевый соус и лимонный сок. И вот такая вот вкуснота. Тут, мне кажется, одним салатом можно есть, но хочется еще картошечки. Так что сейчас все доставим и будем кушать. Так что всем приятного аппетита. Аленушка у нас тут... Что-то полотенце здесь лежит. Делает уроки. Смотрите, девушка постоянно красит губы. У нас просто там это не заклеено, веб-камера. Она думает, что за нами следят. И поэтому красит губы, чтобы быть всегда красивой. Это шутка. Сейчас пойдем поищем Варвару. Варвара! Пойдем кушать. О, Варвара, как всегда, вещей целая куча.
Все, пойдемте. Так, Варвара у нас помылась, собирается спать. А я, знаете, тут решила сделать лепешки. У меня закончилась мука, и лепешки получились наполовину. Так что не знаю, что из этого будет. Сейчас что-нибудь, если что-нибудь я наколдую. Сказать вам, что я сделала с лепешками. Смотрите, какие у меня получились в итоге не лепешки, а оладушки. Но очень такие объемные. Правда, я чуть-чуть лишней соли сюда сыпала. Ну, не знаю, как у меня все по рецепту, но соли получилось многовато. Но они, смотрите, такие прям пышные. У меня получилось тесто. Смотрите, какое. Фокусируйся. Оно получилось жидкое, как, ну, не на оладушке, а чуть-чуть погуще. Я думаю, ну что делать? Муки-то нету больше никакой. Думаю, ладно. Возьму, попробую их как оладушки пожарить. Начала жарить, они прям так поднимаются. Ну и думаю, ну. Так что спасли без начинки, конечно, без сыра. Лепешки должны были быть с сыром, но такие тоже как вариант. Зато ничего не пропало. Надо муки купить, в общем. А так очень даже вкусненькие. Что попробуешь? Ты уже завтра утром только сможешь попробовать. Так, Варварка. Что закончится? Кто ночью будет кушать, сидеть? Обязательно. Так что будем с вами прощаться. Да, Варвара? Всем спокойной ночи. Всем пока-пока.